церковь стала готовым, ведь это строительство было не так легко, как иногда подумается. Были и такие люди, которые сказали, что этот дом никогда не будет готовым. Но все-таки это удалось свести до конца, так как и мы желали. И я думаю, это для жителей Ластамая, вообще всем православным очень важное событие. Новый год, светлого будущего для всех. И вам, и вашим близким, и всем, которыми вы будете это праздновать.